Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Однако это правило работает далеко не для всех жителей нашего города. Огромные горы бытового мусора сегодня убрали волонтеры в пригороде Уральска. Отряды «Жасыл-Ель» совместно с областной территориальной инспекцией по охране лесного хозяйства и животного мира сегодня устроили субботник в пригороде Уральска. Место дислокации выбрано не случайно. В районе Первой дачной проживает немало народа. Вот только за чистотой своего садоводческого общества они не следят. Прямо на въезде в зарослях деревьев складируются бытовые отходы. Мы такие акции проводим не только в городе, но и в районах. К примеру, недавно ездили и убирались в поселок Даринск. Я третий год уже в отряде «Жасыл-Ель» и намерен продолжать в нем работать. Делать добрые дела для города самому приятно. Пока волонтеры совместно со специалистами инспекции убирали прилегающую к дачам территорию, местные жители своей помощи оказать не спешили. И говорят, что мусор здесь вынуждены бросать те, у кого возможности вывести его в город нет. Год уже живу здесь и... Контейнер нету, короче. Мусор вывозим в город на машине. Собираем и вывозим. Ну, нужен контейнер просто поставить. Мусор реально некуда вывозить. Мы собираем мешками его. Могу показать. Это далеко не первая акция, и многие из пришедших сегодня на субботник выходят на уборки территории много лет подряд. В ближайшие дни планируется убрать еще ряд объектов, таких как Ханская роща, а также берега, которые в городе являются излюбленными местами для отдыха наших горожан. Воспитание должно начинаться с семьи. Молодежь губит природу, потому что такой пример ему подают его близкие, его родители. Культуру необходимо воспитывать в обществе. Конечно, за последние годы уровень ее немного вырос, но по-прежнему есть над чем работать. Волонтеры не только убирают мусор, но и сортируют его. Затем вторичное сырье будет сдано на переработку, а вырученные с этого благого дела деньги пойдут на помощь многодетным и малообеспеченным семьям. А также волонтеры откладывают средства на строительство новой детской площадки. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Ярослав Саламатов, телеканал Акжаик.